Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть BioShock Infinite. Такое ощущение, что мы тут уже были. А может и нет. Не, мы тут не были. Бурбон. Кто ты такой? Ага, можно таки увеличить характеристики оружия. И, наверное, надо это сделать, потому что нигде мы это больше, наверное, не потратим. С другой стороны, может, тут можно где-то улучшить энергетики. Смотри, это длань пророка. Флагман Комстока. Нужно пробраться на борт. Стой здесь, я разберусь. Мы идем туда вместе, или я иду одна? Да, ты идешь одна. Что ты там одна сделаешь? Так, ну тут куча всего. Что у нас сейчас есть? У нас есть суперпулемет. Это вот это? Поливалка? Нет. Картечница? М-м. Градобой? Нет. Да тут даже нету этого оружия, для которого надо... Может, это поливалка такая? За что все сделано? О, Дэвид! Ты борешься с пророчеством, как камень! Короче, не знаю. Если это поливалка, тогда возьмем поливалку. Но это не поливалка. Поливалка — это какая-то дешевая повстанческая автомат. Да, так я и сказал. Дробовик. Попадется ли нам дробовик еще? Неизвестно. Картечница. Ну, это вообще ерунда какая-то. Ну, хорошо. Давайте попробуем. 100-100. Увеличение боезапаса. Проверим. Здесь это поливалка. Пущенный из прощения. Буки, смотри, там отмычка. Вообще нет. Как высоко он взмывает. Нашла деньги. Как стремительно падает. Под действием. Ладно, давайте все приобретем, что можем. Ну, насчет картечницы я не уверен, что это вещь хорошая. Вот дробовичок можно апнуть. А вдруг? С другой стороны, можно также апнуть и, ну, например, снайперскую винтовку. Вдруг попадется еще и она, но я не уверен. Это не точно. Все синенькие апнем, потому что, а почему бы и нет? Вот, пожалуйста, увеличенный урон в пистолета. Как так? Почему мы раньше его не использовали? Пулемет. На пулемета у нас было... У нас было 3 улучшения на пулемета. Неплохо также. 4. Так, дробовик. А было ведь 5000. Хоп, и нету. Это что такое? Карабин. Тот самый, который так его и... Нет, улучшал чуток. Чё ж нет-то? Это кто осталось? Картечница? Может, картечницу-то и не надо? Сектор поражения дробовика плюс 20. Это хорошо или плохо? Хорошо, возьмем. Удлинитель обойны для картечницы. Вот сейчас окажется, что картечница была самым важным. Давайте мы тогда увеличим урон в ней. Ну и хватит. Что тут у нас по урону? Да хватит все уже. Неумолимой силы притяжения. Где, открывай. Раз такая умная. Открыла. Сейчас тут вылетит что-нибудь. Крыша дома Комстока. Наконец-то мы вышли. Вышли. На крышу вышли. И что тут? Мы глянем, нет ли чего в углу. Ох, как мало-то боеприпасов. Ты слышишь? Скорее прячься! Почему? Не это хочу. Заготовки? Давай, уже нет, не заготовки. Рыба сказал.
построил все это ради тебя. Ты моя кровь, моя наследница. Ай-яй-яй. А что для тебя сделал Дэвид? Он же использует тебя. Ой-ой. А вот теперь кончилось все. Что это такое? Неужели картечница? Нет? За отечество! Открой! Ну и? За веру! Пустите ближе! Милосердие удел Всевышнего! Так, это что такое? Автоматическая ракета? Давай! Вот сейчас. Это пускай будет. Нету. Забирай. Спасибо. Патронов нет. Ой, как мимо пролетело-то. Ну ладно. Это мы типа прорвались. Ну что, не такая плохая штука. Сейчас бы еще попасть туда. Он ушел. Открыть огонь! Давай! Ага. Продолжайте стрелять! Смотрите в оба! Этот челнок доставит нас на длань корабля. Умри, урод! Да все нормально. Текущий пункт назначения — корабль «Длань Пророка». Это да. Ожидаю подтверждения. Погодите, не спешите, надо еще осмотреть, что мы тут пропустили. А то вот с этой ерундой как-то ходить не очень весело. Ой, конечно, классно. Что тут у нас показывают? Как ничего не показывают? Все горит, все в красных знаменах. Это было нужно для того, чтобы посмотреть. Классно же. Так, обычный пулемет. Не, автомат который. Зачем тут такая дыра? Эй! Ну понял, больно. Заперты. Иди открой. Элизабет. Серьезно? Вот этот старый замочек? Замочек. Готово. Чем мы тут разберемся, что тут? Дырка в стене? Ну, логично. Сейф. Ты можешь открыть этот замок? Легкотня. Так работай, что ты? Легкотня ей. Готово. Нашла деньги. Давай. Лови. Деньжище. Добычица. Так, а вот тут я не понял. То есть лифт тупо заблокирован. Брат поставил ультиматум. Ох ты. Если мы не отошлем девочку назад, откуда взяли, он и я расстанемся. Там, где он видит пустую страницу, я вижу короля Лира. Но... он мой брат. И я сделаю, что должна. Пусть даже это все плохо кончится.
Такой вот. А вот тут нельзя ли пробраться наверх? Или он горит? Там ничего толкового нет. Наверное, там ничего нет. Ох, вот этого вот, вот где бы набрать-то? Автомата с патронами, конечно, не было. А это какая-то капсула, которая вот этого механического пророка сюда спустила, наверное, с корабля пророка. Окей. Ну ладно. Вот под что хочешь боеприпасы, но не под то, что надо. Или очень мало. Стоп. Ладно, получается, все, пошли. Не хочу я пулемет брать, эй! Рычаг нам надо потянуть. Рычаг. То есть у них капитан и навигатор тоже какой-то механический, что ли? А то законно вообще? Как думаешь, можно искупить все то, что мы сделали? Да, всех убить тут. Не вижу смысла. Ты боишься, Бог? Нет, но тебя боюсь. Вот нам только не хватало соловья еще. Вон там! Люди там столько! Они пришли нас встретить! Классно же! Сейчас разберемся. Еще вопросы? Понял намек. Бункер. Слева еще одна канонерка. Классно. Бункер, ракеты. Где канонерка? А, вон. Не-не-не-не-не. Я думаю, там разберутся. Патроны! Осторожно! Там опять враги! Где? Ты черти! Так и убили. Бункер? Бункер? Э? Пристрелите их! Ну, кто еще? Ой, упал.
Че ноешь, все в порядке? Который наш. Короче, на всякий случай все разломать, ну мало ли. Я тебя прикончу. Слышь ты, прикончитель. Вот он. Надо приземлиться под ним и пробиться наверх. Мы можем просто улететь в Париж. Если хочешь, высади меня. Это не твоя война, Букер. Я тебя не брошу. Я знаю, не бросишь, так ведь. Гляди, вдоль всего флагмана тянутся трассы. И везде эти капсулы механических патриотов. Похоже, их оттуда сгружают. Лучше держаться от этих капсул подальше. Комсток должен быть на самом верху. Вперед! Вот от этих капсул. Взгляни на него, дитя. В нем есть что-то такое. Даже не поймешь, что. Скоро ты узнаешь, насколько он хуже меня. Патроны, Букер! Букер, лови! Спасибо. Окей. Наконец-то. Попадено. Открой. Сейчас. Ку-ку. Сдавайся! Карабин. Наконец за ним! За ним! Быстрее! Почему каска с 14 номером? Что бы это могло значить? Рандомное число? Ну да. Опять не патроны, да что ж такое? Да ну. Кажется, я что-то видел. Я тебя проучу. Где? Проучить. А. Да ладно.
Какой-то ужас творится. Со всех сторон просто окружили. Патроны? А это у нас картечница? Ну, да. Увеличенный радиус. Надо нам? Ну-ка, вот удлинитель обоймы. А ну подождите, это хоть оно? О! Да, это оно. Попробую найти. Лови патроны. Ай, да ладно. Букер, лови. Спасибо. Лучше так деньги. Я тебя закопаю. Где он уже? Я тебя прикончу. Это все, что есть пока. В смысле, освободите аэротрассу ангарной гавани. А... Сейчас, только что делать? Скид, пусть висит. Эти штуки похожи на бомбы, но это понятно, это капсулы с патриотами, с механическими пророками. Механический пророк. Это звучит опасно. Букер, эти трассы ведут на верхнюю палубу. Если убрать с трассы эти капсулы, мы откроем путь к верхним палубам. То, что нужно. Я узрел семена пламени, что подготовится дом под нами к пришествию Господа. Но не я водружу знамя над покоренным миром. Это сделаешь ты, Элизабет. Ты сделаешь это. Все, что ли? Трасса свободна, Буки. Но это все, что было. Давай за мной. По ту сторону от Агнца стоит ложный пастырь. По другую — недобитки-народники. Кто из вас не отдаст жизнь за то, чтобы она исполнила свое предназначение? Возрадуйтесь же! В смерти боли нет! Открыть огонь! Вот панель запуска. Давай, уберем капсулы. Что-то не так. Почему же так медленно? Не знаю. Придется нам тут посидеть. О, конечно. Еще вот этих капсул ребят. Уже готово. И это все? Иди открывай. А, обой. Ух, ничего себе, сколько их там. Ай-яй-яй. Это да. Он где-то прячется. Я что-нибудь найду. Половина. Ай. Из этой заварушки тебе не выбраться. Все за ним. Баржа, Букер. И что? Три четверти! Да чего же медленно? Умрем, но не сдадимся! Выдвиньте его оттуда! Патроны, Букер! Букер, лови! Отлично! Ярость,
Ой, там патриот. Ну, это круто. Валить отсюда. А хотя нет, нельзя. Палуба 1, 2, 3, палуба 4, святилище, каюта, капитан. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А их два. Единые яростью, сплоченные кровью. Да что ж такое-то? Вход на верхнюю палубу перекрыт. Остается только трап. Не удивлен. Букер, лови! Разорвите его на куски! На куски разорвите. А, сейчас. Так, тут разобрались. Это крыло дирижабля. То есть вот так можно по крыльям ходить, конечно. И не сдувает вообще. Так, ну бой закончен, значит мы теперь можем пойти открыть. Тут был. Была автопушка, нормально. Пойти открыть дверь. Тут замок. Не вопрос. Давай, работай. Хоть что-то полезное сделай. Готово. Что-то мне тут не нравится. Вот они, эти капсулы. А эту скинули. Букер, иди сюда. Подождешь. Наше изобретение показало, что девочка станет той искрой, которая спалит мир. Брат говорит, нужно обратить все вспять. Но время — океан, а не река. Зачем гнать волну, если она все равно сойдет на нет? Нашла деньги. Вот, держи. Неплохо так. Так, но одно непонятно. Ага, стоп. Тут замок. Не вопрос. Открыла. Ну и зачем это было? Только боеприпасы, разве только из-за этого? А, вот что тут было. Брюки, хрупкая кожа. На время делает противников рукопашной уязвимыми. 5 секунд, жертва получает в 2 раза больше урона. Нет, у нас вроде получше. Ну, классно. Как бы посмотрели на всякое. Вот если бы еще можно было что-нибудь тут взорвать, походу. Типа отключить. Двигай. Возможно, я успею сразить тебя, Дэвид. Или ты сам убьешь себя раньше. Ты всегда был склонен к саморазрушению. Ой, чё там? Целые дирижабли? И много причем. Типа надо валить отсюда. Валим отсюда. Инженерная палуба. Вот. Еще палуба. Такое. Тут я сам разберусь. Нет, я пойду с тобой. Да.
Пойдет, так пойдет, чё. Опасная зона. Угу. А, то есть как? Угу. Ага, то есть... Не-не-не, заход с той стороны тоже был точно такой же. И так мы зашли бы симметрично на эту палубу. Это палуба инженерная. Она где? В каюте пророка. Третья. Ух, она большая, оказывается. Да понеслась чё? Вот да ладно! Вот механиков только не хватало. Ну, слезай. Да я знаю, что он сейчас жахнет током. Кошмар какой-то. Это моя трасса, моя. Аптечка, Буки. Так давай. Этот. Ага. Да ладно, тут бы он один был. Ой, да ладно. Кошмар какой-то. Смотрите, Вова. Не уйдя. Спасибо. Заходи сзади. Выкури. Курить вредно. Выкуривать тоже, так что свободно. И пришли мы отсюда, правильно? Мы же отсюда зашли. А черт его знает, отсюда или оттуда. Между прочим, механика нет, теперь можно аккуратно всех прыжками забить. Что-то действительно как-то по-дурацки. Патроны, лови! Понятный намек, чё? Ай, да ладно! Отлично. Ну, все, отбили. Ну, отлично. Все, здоровье пол. Что ж такое-то? Ты же наш. Уже нет. Короче, гипноз это какая-то не очень полезная фигня, если работает на механизме вот так. Дело в том, что механизм не может самоубиться. По этой трассе можно подняться к пророку. На людей вроде как оно действовало получше. Неужели патроны? Нет! Какая-то ерунда. Увеличенный радиус от чего? От картечницы. Хорошо, берем. Вот такое. Приходится работать с тем, что дают. Подержи у себя. Забирай. Ага. Так, я должен понять, мы прошли всю эту палубу или нет. Отсюда пришли.
Тут везде побывали. Ну и здесь выход, все правильно. Вот только там непонятно, зачем там дверь и как туда попасть. Скорее всего, никак, и это просто дверь, потому что она есть. Ладно. Ну, пошли выше. Ты хочешь начать все заново, но прежде время обернется вспять, чем ты найдешь прощение. Не все грехи можно искусить. Наконец-то. Логово врага или что-то. Встретись с Комстоком лицом к лицу. Это моя башня. Что это? Сифон. Я это видел. Я слышал, как ты поешь. И машина в ответ начала двигаться. В гробнице моей матери был такой же, поменьше. Они иссушали меня. Может, поэтому я не могу? Что? В детстве я не просто открывала разрывы. Я могла создавать свои собственные. Могла пойти, куда захочу. Но в башне... Да, я сейчас буду. Сейчас будет. Отойди. Я убью его. Букер, нет. Началось. Это наше с ним дело. Ты наше сама дело. Идешь в ловушку. Мне нужно это сделать. Подойди, дитя. Ну же, я не кусаюсь. Ну и ну, как ты выросла? Скажи, что я? Ты только взгляни на себя. Эй, пусти ее. Элизабет. Я всего лишь хотел оградить тебя. От чего? Семя пророка взойдет на трон и пламенем омоет людские горы. Архангел сказал еще кое-что. Бойся, пророк. Бойся ложного пастыря Букера Девита. Он стеной встанет между ней и ее судьбой. Я дурак. Я посылал армии, чтобы остановить тебя. Обрушивал на тебя огонь с небес. Как же я ошибался. Надо было всего лишь рассказать ей правду. Спроси его, дитя. Спроси, что случилось с твоим пальчиком? Спроси, Девита. Пусти меня. Давай, спроси лжепророка. Расскажи ей, лжепророк. Расскажи ей о ее пальце. Пусти меня. А, я что-то не... Что делать-то? Она твоя дочь, сучий выродок. А ты ее бросил. Стоило оно того, а? Получил, что хотел? Букер! Отвечай! Нет, Букер. Отвечай! Все кончено! Ни черта не кончено! Букер! Засадил ее в клетку на всю жизнь! Букер! Отрезал ей палец! И винишь меня! Букер, прекрати! О! Такое вот. О чем он говорил? Скажи, что он говорил про мой палец? Я не знаю. Я думал, ты родилась такой. Не знаю. Твое лицо. Кровь идет. Что? Элизабет, клянусь, я не знаю, что он имел в виду. Знаешь. Ты просто не помнишь. Нет? Я тебе докажу. Мы разрушим сифон. Ответ спрятан за одной из дверей. Осталось его найти. Разрушим сифон? Это же вся башня, Букер. Как мы это сделаем? Не знаю. Но я что-нибудь придумаю. Ну, найдите прибор управления. Конечно. Ну все, хэппи-энд. Можно уходить. Нет? А, еще нет. Ладно, мы будем, так сказать, допроходить. Возможно, это уже будет последний эпизод в следующем эпизоде.
Всем спасибо за внимание, с вами был Джага, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!